Следственный эксперимент. Здесь тарелки эти лежат, на которых, которые сделали для жарки еды. У них внутри зеркала направляют пучок по замыслу-то. И здесь жарится еда. Мне кажется, они все... Здесь, по-моему... Ну, здесь вообще вот это фуфло из металла. Видишь, это из стекла. Это тоже из стекла. Кто-то тут экспериментировал много раз. Да, долго здесь будет готовиться. Они все грязные, их надо промывать стекла. Ничего не получается. Даже не горячо. А, во. А они, кстати, к солнцу нагрели. Здесь тепло. А, слушай, горячий. Блин. Потрогай, она горячая, раскаленная, осторожно. Не, здесь так, ну, здесь как от печки фигачит. А! Какой-то кулибин. Во, вот в этом, вот в этой точке вообще горячо. А, фигарит. Как от огня вот здесь вот. Слушай, вот это хорош. Вот здесь, вот этой точке потрогай руку это. Вот так, здесь самая горячая точка. Какой-то вьетнамский кулибин разработал. Не, а здесь что-то... Здесь фигня. Здесь не чувствуется. Ну, это вообще точно лазер. И все-таки работает часть. Вот одна и работает, по сути. Ну, вот это еще жарит. Интересно, приготовил кто-нибудь здесь еду или нет? Такая же установка была, кто фильм смотрел, 2 плюс 3. Там один этот инженер из зонтика сделал такую штуку, у него кастрюля сгорела. Вот это повторили, по сути.